20 августа прошла сессия Гордумы, где депутаты не смогли выбрать главу Ижевска. После голосования Константин Сунцов опередил Михаила Черемных, однако набранных голосов для победы ему не хватило. На пост мэра объявят новый конкурс. УФАС отменила результаты торгов по благоустройству центральной площади в Ижевске. В документации по конкурсу нашли нарушения. Служба благоустройства города намерена обжаловать это решение. Проект «Сусанина Удмуртия» по-взрослому доехал до пещеры в Каракулинском районе. Подробнее о наскальных надписях, остатках медного рудника и приступе клаустрофобии читайте в материале «Пещерные истории». В четверг прошло заседание по делу водителя, который насмерть сбил подростка в Ижевске. Мужчина признал свою вину. Также он заявил, что готов возместить семье погибшего моральный вред. Учителям Удмуртии начнут доплачивать за проведение итоговой государственной аттестации. За эти цели в бюджет республики на 2019 год заложат более 80 миллионов рублей.